расслабиться за рулем неблагонадежным автолюбителям в предновогодние и праздничные дни не дадут. Сотрудники госавтоинспекции Коми устроили для водителей тотальный контроль. Дополнительное патрулирование организовано в местах массового скопления людей, а также на особо аварийных участках. В городах и райцентрах в ночное время пройдут масштабные рейды ГИБДД с привлечением сотрудников СОБРа и даже кинологов. Только с начала декабря на дорогах Республики Коми произошло 78 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 112 получили травмы. Главная цель предновогодних рейдов – исключить из дорожного трафика нетрезвых автолюбителей. Ну и на обычные правонарушения, такие как неправильная парковка или превышение скорости, инспекторы закрывать глаза не будут.